Добровольческая организация «Школа номер 5» еще совсем молодая. Создали ее меньше года назад, и старт у ребят получился очень скоростной. Десятки акций, постоянный поток желающих пополнить ряды организации под названием «Команда полезных дел». Как рассказали нам ребята, одним из важнейших заданий за последнее время стала помощь птицам в зимний период. Мальчики нашей организации делали кормушки. И девочки их уже потом раскрашивали. Я как раз принимала участие, мне это понравилось, потому что я увлекаюсь этим. Потом вот мы в декабре будем собирать как раз корм, то есть это, в этой акции будет уже участвовать вся школа, и чтобы всю зиму потом кормить их. Старшеклассница Екатерина Чирохина – одна из активисток волонтерского движения в школе номер 5. По словам Кати, она настоящий волонтер. Она не только помогает окружающим бескорыстно, она получает от этого невероятное удовольствие. Мне на самом деле очень нравится заниматься волонтерской организацией, мне нравится смотреть на плоды своих творений, своих дел. Это очень замечательно, когда... Ну вот, когда ты делаешь какое-то добро человеку, просто самому хочется улыбаться от того, что ты сделал что-то очень хорошее, приятное. Проводя для пятиклассников урок, посвященный волонтерству, Катя и ее друзья задавали самые разные вопросы детям. Знают ли они, чем занимаются волонтеры? Почему в волонтерах есть потребность сегодня? На каких значимых международных соревнованиях помогали добровольцы? И главный вопрос, какими качествами должен обладать настоящий волонтер? Я считаю, что волонтер должен быть добродушным. Ну, естественно, в первую очередь это доброта. Это любовь к окружающему миру, любовь к людям. Также я считаю, что это любовь к жизни, оптимизм. Я знаю очень много волонтеров, они практически все оптимисты. И, естественно, это искренность. Как и многие ее друзья по волонтерской организации, Екатерина Чирохина в будущем хочет продолжать помогать ближнему. Мечта – создать такой приют для животных, где нашлось бы место каждому, от кого отказались хозяева. И хочется верить, что такое желание девушка сможет исполнить. Кирилл Васильев, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.